Время 3 часа утра или ночи, не знаю. И я где-то вот пошла. Связь, первый раз лечу куда-то за границу одна. Две реки тут сходятся. Из аэропорта я добралась до отеля. Меня не заселили, поскольку я прилетела где-то в 6 утра. Пошла гулять по столице Сербии, Белград. Жду своего любимого. У нас тут будет свидание в этом городе. Я очень волновалась лететь одна. Во-первых, в аэропорту я чувствовала себя как маленький ребенок, которому надо было все решать. Обычно я за Мишей плетусь как хвост. А тут мне пришлось включить все мозги, чтобы не забыть нигде паспорт, чемодан, не забыть сесть в свой самолет. Вот, приехала в аэропорт, нашла такси, разменяла сама деньги. Первый раз в жизни я разменяла деньги и села в такси сама. Я не боялась, что меня украдут, потому что одна прилетела. И вот у меня такая паника была, что меня украдут. Нет, меня довезли. Был очень дружелюбный серб, рассказывал мне о достопримечательностях на английском. Это, конечно, зря. Я не очень. Потому что я в целом-то не любитель поболтать с незнакомыми людьми. А тем более на английском языке я становлюсь как пробка. И я думаю, я не очень собеседник в такие моменты. Но все-таки в отеле меня накормили завтраком. Что-то я им там промлела, они меня поняли. И я теперь сытая, гуляю, смотрю, куда буду водить Мишу потом. Нашла собор Архангела Михаила. Рядышком парк, наверное, там посижу. И говорят, что сербы красивые люди и мужчины. Вот, вот вам и доказательства. Да, красивые. Я встретила... Мишуля вернулся. Князь Михаил. Здесь где-то музей сербский. Вот это, наверное, да? Вот. Мы сейчас будем ходить по навигатору. Музей Сербии и Национальный театр, наверное, там, да? Отсюда мы начинаем изучать город. Это центральная пешеходная улица. Тоже, кстати, называется... Михайловская или какая она? Улица князя Михаила. Там было. Мы зашли в главную достопримечательность Сербии. Смотри. Вот отсюда и начинался Белград. Разглядел лучший вид города? А я нет. Там на берегу стоят клубы на воде. Мы туда пойдем. Как район называется, Миш, не помнишь? Мы опять ищем место, чтобы покушать. Ходят слухи, что в Сербии очень любят русских. Вот нас, например, мы сидим полчаса, ждем заказать меню. Не дождались отца. У нас начался второй день. Мы пока ждем экскурсовода. Пришли сами, нашли церковь Святого Кого. Марка? Да. Пойдем сейчас внутрь. Поделись своим лучшим открытием Сербии. Попробовать зеленый мон. Поделись, говорю. Поделись. Так работает.
появились на камеру. Погреемся в церковь? Помолиться. Это церковь Святого Савы, кстати. Вот. Вот она. Нашли сами. А? Нашли сами. 1935 года постройки. Не очень древняя. Да. У нас началась экскурсия, мы едем на Фрушко гору. Может, сыпаем монастырь? Вот эти, им же надо как-то, вот меня даже задали вопрос, как они тут живут. Ну, вот на какие-то там средства, то есть, они продают иконы, какие-то сувениры, там, пожертвования, мёд, которые вот именно и попрошайничают. Да. У нас второй монастырь, а как он называется? Монастырь. А, Великая Ремета. Итак, мы в Сремских Карловцах, около самого старого платана, около которого можно загадывать желания. Желания сбываются, проверено лично. Вот сейчас ребята у нас, Тоня и Михаил, загадывают желания. И никому не говорите. Посмотрим. Сейчас, в данный момент, мы смотрим с вами на Фрушку гору. Видите, вот та вот телебашня высокая. Вот 1999 год, когда НАТО бомбило Сербию. Мы в Новом Саде, это главная площадь свободы. Нас привели в сербский традиционный ресторан. Миша съел огромный суп. У него еще огромные... Как это называется? Я уже не успел похудеть к лету, поэтому и не буду пытаться. Мне кажется, это на всех. Это уже шестая наша церковь за сегодня. Теперь католическая. Мы попали еще на концерт. Ты уже выучил? Не похоже, Миш, учи еще. Закончилась шестичасовая экскурсия. Мы устали и пришли в спа. Нас не встречают, наверное, мы сами тут хозяева. Тут вот есть раковина для ног, джакузи и парилки. Прикольно. У нас третий день в Украине, и мы приехали... Третий уже? Третий, да, на пляжный отдых Лада, Цыгань и Елена. Вот, посмотрите. Такие вот лучшие пляжи побережья Дуная. Лучший пляж в Сербии. В Сербии нет пляжей. А мы превратились в пляжных жителей. Миш, расскажи, что ты вчера с этим получил? А? Что ты узнал вчера интересного из экскурсии? Узнал интересное, что Сербия существовала задолго до того, как Вселенная началась. Экскурсовать немножко согласиться с датами, и Миша придрался, как всегда. Спасибо. А я узнала из вчерашней экскурсии, что дети в декрете с мамами могут находиться до 11 месяцев. Потом всех отдают в ясли с сосками, с подгузниками. А еще тут карточки на общественные транспорты оплачивают начальники. Они стоят 4000. Это странно, что разницу садиков государственного и частного оплачивают. И Сербия очень многострадальная страна. Сначала они были под игом Османской империи.
Потом на них нападали другие страны. Недавно они распались из Югославии. И город весь Лучше прежде сяду. Там до танка. А мы дошли до зоопарка. Лучший вид в зоопарке. У нас смотровая площадка. Ты кого здесь увидел? Кто тебе понравился? Пингвинчики? А? Ты похож на нее, потому что... Не похож. После зоопарка мы пришли на террасу покушать. Но тут еды нет, тут только напитки. Мы идем дальше искать. Губутка. Как ваше? Миллениум. Миллениум. Знаешь, что еще Миллениум был? Альбом Backstreet Boys, по-моему. Миллениум был. Здесь получше вид. As the Moon. У нас четвертый день и вторая экскурсия. Мы ходим по Белграду. Нашли гостиницу «Москва». Узнаем опять о страшной, неприятной истории Сербии, которая интересна. На съемке фильма. Машины тоже видны. Ляльки, машины, светоотражающие экраны. Надеюсь, нас будут снимать. Самолет, из которой в 99 году сербы сбили невидимый американский самолет. И они смеялись и говорили: ой, извините, мы не знали, что вы невидимы. Это она, которую мы назад нашли, не только вверх, но и... Уже все, видите, разрушено. В последний денек мы решили уехать из Белграда. Паспорт, давай сюда, это угодно. И приехали, не помню, как место называется, в термальный наш новый номер в новом отеле. Мы приехали на природу. Потому что тут есть бассейны, говорят, здесь термальные источники. Сейчас пойдем проверим, насколько они термальные или лечебные, как обещают. Но природа вот очень-очень приятная. Нет, не главное. Там же даже не тепло, а что там уселось? Это соляная пещера. Пошли. У нас последний сербский завтрак. Очень тут вкусный. С красивым видом. Гуляем по чудесной деревушке с красивыми пейзажами. Ищем аптеку.